Это что тут у нас ползает? Спринтер, что ли? Блин, запалил меня, да? Да куда? А что мне взять-то против него? Так, а это что там еще? Это обычный фри... Второй спринтер! Подождите, а вот! Стоп! У меня есть пепельный болт. Ребят, спринтер против пепельного спринтера. А можно, кстати, обоих заразить пепельными. И пусть дерутся. Давайте так и сделаем. Они не сагрятся на меня вдвоем, два пепельных? Мне попасть в него, это там, я его не вижу. Есть, по жопе попал. А ну-ка посмотрим, кто победит, какой спринтер. А что это он на меня побежал? Да нет, тебе не ко мне. Тебе на другого. Деритесь. Хорош. Так, ладно, пускай разбираются между собой, а мы посмотрим. Ну, блин, проблема в том, что они не всегда хотят с собой разбираться. Этот бегает за мной, этот бегает за другим. Короче, забавные чуваки. Так, этот побежал того гонять. Хорош. А то сейчас бы мне пришлось с ними с двумя драться. А тут так между собой разбираются. Гоняют друг дружку. Ладно, а что, будем смотреть, чем закончится, или пойдем дальше? О. Хотя тут вот проблема уже. На только, да? Хорош, ребят, молодцы. Здорово, чё как стрим? Привет, Энергосенд. Что-то интересное было или я вовремя? Запас чая тоже пополнять надо, согласен. Так, сейчас, ребят, почитаю. Давай смотреть. Давай посмотрим. Ну, пока что ни один не победил. Проблема в том, что если один убьет другого, второго-то мне придется добивать. В этом-то и проблема. Блин, они вот как громилы бы интереснее дрались. Эти как два дурака бегают друг на друга. Есть! Ух ты, как он ушел. Хороший был удар. Мощный. Это обозлился, побежал за ним. А где второй? А, вон он. Ну-ка, схлестнулись, да? Хорош. Иди сюда. Не, ребята, они так долго могут бегать. Есть, ушел. Так, ладно, допустим. Куда-то дальше. Спринтеры медаль не поделили, это точно. Вот пепельные болты, как действуют на них. Заразил их, и все. Причем это добавляет им очень много хп. О, ребят, реклама пошла. Шок, дружище, Леха, если можно, баньте эту дрянь, пожалуйста. Они вообще друг друга-то не агрят, если они не под пепельными болтами. Они же только на меня будут нападать. Они, ну да, то, что они редко, они потому что бегают друг от дружки. Давайте мы их как-то немножко, это, ускорим процесс. Пусть немножко погорит один. Огненный фрик. Это тоже забавно. Классно смотрится. Красавец вообще. Погнался за ним огненный. Нормально. Их можно, кстати, обоих подпалить. Когда они рядом. Вот так вот сейчас нормально будет подпалить их. Эх, куда ты, блин, балбес. Горящие фрики. Вообще великолепно. Блин, выглядит просто адово. Драка невероятная просто пошла. Смотрите, они что-то совсем прям уже не бегают. Просто замес пошел, смотрите. Этот вообще стал безумный какой-то. Может, после огня они такие агрессивные становятся? Они уже не бегают так, как раньше. Просто жуткий замес. Есть! Факел в ночи. Огненный лещ. Да, приперлись. О, а что такое? А ты что, ты меня сагрился? Так где твой дружок-то? Он умер? А, ну ладно, меня поймали. Не знаю, получится его убить? Убью. Не получится, не убью. Пузо вскрыли. Немножко харакири. А где второй-то? А, он его убил. Я пропустил момент. Все, ребят. Значит, все здорово сделали. Этот убил этого. А мы завалили фриката. Отлично. Можно идти дальше. Пепельный болт использовали. Супер. Так, бежим.